Шановні глядачі, вітаю вас в ефірі програми «Це вас хвилює» і з вами я, Галина Щерба. Наші постійні глядачі знають, що у середу ми спілкуємося із юридичних питань. І сьогодні ось така тема нашої бесіди із гостями – безоплатна правова допомога, надання правової допомоги особам, які мають статус потерпілих або свідків у кримінальних провадженнях. Із цієї теми до нашої студії завітали наші гості. Це начальник відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами 2-го Миколаївського місцевого центру з надання БВПД Олексій Костенко. Доброго дня. Добрий день. І Тетяна Гриненко, адвокат. Я вітаю вас у нашій студії. Сподіваюся на плідну і корисну розмову для наших глядачів. І тому нагадую, телефон студії прямого ефіру 47 74 72. Якщо вас зацікавила тема нашої розмови, приєднуйтеся саме за цим номером, який ви будете бачити під час програми на своїх екранах. Ну і, власне, до самої теми. Скажіть, будь ласка, чи мають право свідки або потерпілі у кримінальних провадженнях на безоплатну правову допомогу? Так, в них є таке право. Вони можуть звернутися до будь-якого місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги або до відповідного бюро, що знаходиться в районах нашої області. Якщо вони відчувають, що дійсно для захисту своїх прав їм потрібен адвокат. Для цього вони відповідно самі надходять до відповідного центру, пишуть заяву, і на підставі цієї заяви ми вже потім приймаємо рішення про надання адвоката. Слід зазначити, що особа може звернутися до будь-якого центру, де їй зручніше, ближче, наприклад. Ну, я можу сказати, що 2-й Миколаївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги знаходиться на вулиці Космонавтів, 61, так що, будь ласка, приходьте. Будемо вам допомагати. Отже, якщо людина стала жертвою злочинних дій, які кроки вона повинна здійснити для захисту своїх прав, які були порушені? Ну, давайте, может быть, на этот вопрос отвечу я. Как адвокат? Как адвокат, да, в уголовном процессе. Действительно, потерпевшие, с которыми происходит, скажем, криминальное правопорушение, відбувається, как только случилось, совершилось какое-то злостное правонарушение, он должен обратиться в отдел полиции, либо на место преступления вызвать по 102 службу полиции, которая приедет, потому что иногда бывает так, что покинув место происшествия, мы теряем достаточно много доказательств, либо свидетелей, которые видели данное нарушение. Поэтому желательно сразу же вызывать на место работников полиции, либо обратиться напрямую уже в отдел полиции и написать заявление, что в отношении данного человека было совершено преступление. И с этого момента заявитель, если конкретно он был пострадавшим, является потерпевшим. А бывает так, что совершено преступление, потому что у нас есть потерпевшие как физические лица, так и юридические лица, так и лица, которые рядом с потерпевшим проживали, и имущество принадлежало им. Поэтому, совершив нападение, допустим, на человека, либо грабеж, кражу в доме, то могут украсть имущество, не принадлежавшее заявителю, а другому потерпевшему. Поэтому с момента написания его заявления прошу принять и залучить меня в якості потерпілого в зв'язку з тим, що дане майно належить мені на праві власності. І слідчий виносить постанову про залучення в якості потерпілого також, як заявника. Зрозуміло, з цим питанням розібралися. А які ж права має потерпілий у кримінальному провадженні? Ну, потерпівши дуже багато прав мають і з моменту написання заявлення о кримінальному правопорушенні слідчий зобов'язаний вручити йому пам'ятку з правами і його обов'язаностями. Вони предусмотрені статтею 56 Кримінально-процесуального кодексу. Но хочу сказати, що зачастую потерпівши получая эту памятку, они ее не читают. И от этого они не знают, как должен происходить процесс, какие они имеют права и обязанности.
То есть, ну, не могут сами себя защитить. Ну, вот и, саме конечно, заради цього ми і да, конечно, в цій студії. А в данном случае им, ну, уже сказали, что они имеют право на безоплатную правовую помощь или обратиться к адвокату, заключить с ним договор на платной основе, и адвокат будет предоставлять квалифицированную правовую помощь для того, чтобы ему своевременно объяснить весь процесс, как будет происходить. Если человек попал в больницу на лечение, связанное как раз с происшествием, вот, должен собирать все документы, подтверждающие нанесенный ему материальный ущерб. Вот, понимаем, что да, вот вдруг случилось ДТП, человека отвезли в больницу, он лежит на лечении, там операции происходят. Не все знают, что надо собирать чеки на лечение, да, связанные с этим, чтобы потом предоставить их с иском о возмещении как материального, так и морального вреда. Вот, бывает, наносится преступлением вред имуществу, ну, так же как физического, так и юридического лица. Надо подтверждать, что это имущество было в наличии, сколько оно стоило. Ну, когда-то происходит, для того, чтобы доказать, что оно существовало, проводят инвентаризацию, сколько украдено, выводят ущерб, вот, стоимость этого имущества и взыскивают. Но не все это знают, потому что не хотят обращаться, наверное, за помощью, надеяться, а зачастую бывает так, что исследователи, им не объясняя этих прав, ну, вот, тобто права на компенсацію збитків моральних і матеріальних кожна людина має, але їх конечно, ще потрібно підтвердити документально. Конечно, конечно. Так же, как и вот свидетели, которые видят, когда случается какое-то, ну, преступление, не все хотят идти и дать эти показания, потому что им не нравится эта тяганина прихода к следователю, потом в суды. То есть этим самым они, наоборот, ну, мешают довести дело вот до истины. Да, если видели, то вы не бойтесь, придите, скажите, потому что все-таки, если вы переживаете за то, что вас кто-то узнает, либо узнает, что вы дали какие-то показания, есть предусмотрены меры защиты свидетеля. Можно же опознать человека, который не будет вас видеть, не будет вас знать. Да? Применяются такие методы. Вот. И таким образом он бы оказал содействие следствию, раскрыл, кто это сделал, кто совершил, не переживая за свою жизнь, за свое здоровье. Зрозуміло. А чи можливе примирення між потерпілим та обвинувачуваним і в яких випадках? Чи бувають такі випадки? Ну, конечно, бывают, потому что есть разные статьи, предусмотренные криминально-процессуальным кодексом и наказание. Есть небольшой степени, средней степени, тяжкой степени, да, и для этого предусмотрено, и есть также преступления, которые частного обвинения, ну, то есть, которые произошли в кругу семьи либо близких родственников. Вот. И данное криминальное провадження, они вносятся в ЕРДР частного обвинения только по заявлению потерпевшего. Также он может и забрать это заявление, то есть примирившись с той стороной, допустим, муж с женой там поругались, подрались, вот, либо отец сына наказал, там побил, ну, всякие ситуации бывают. Вот поэтому много прописано, каким образом может быть и по каким статьям заключаться угоды о примирении сторон. Ну, в том числе и в преступлениях частного, ну, обвинения, частного обвинения. Инициатором для заключения угоды о примирении тут будет выступать сам потерпевший и обвиняемый. Вони між собою можуть домовитися, да, навіть без втручання, да, інших, да, третіх сторін. Да. Ну, тільки це треба оформити в письменному виді і передати, якщо на досудебному слідстві, то слідувателю, якщо в суді, тому що угода може заключитися на всій стадії судебного процесу, вплоть до того, поки суддя не вийде в совещательну кімнату для прийняття рішення. І як наслідок цього процесу? Ну, приговор будет вынесен в любом случае, потому что угода о примирении сторон, она говорит о том, что они примирились, нету никаких претензий материального
и морального характера. И самое главное, что потерпевший не желает, чтобы человека, которого обвиняют в совершении преступления, был наказан, скажем так, жестоко. Просит либо смягчающий принять приговор какой-то, либо вообще просит не наказывать его. И тоді суд, конечно, суд смотрит положительно на это, да. Конечно, потому что у нас ряд смягчающих обстоятельств. Это как раз говорит о том, что полностью ли выплачен материальный и моральный ущерб потерпевшему. И как Это залишается, пункт конечно, такой залишается. Да. И как потерпевший относится к случившемуся. То есть, возможно, бывает так, что инициатором драки, скажем, когда были нанесены телесные повреждения, и потерпевшего побили, но его бы не побили, если бы он сам не был инициатором. Не провокував. Да, не провоцировал. И он понимает, что он поступил некрасиво, но факт избиения был. Его побили. Обвиняемый или подозреваемый на стадии досудебного следствия выплачивает ему полностью, оплачивает лечение, компенсирует все затраты. Вот. Ну, тут, скажем, человеческие качества отношения, понимая, что если бы он сам не полез, то, возможно, этого бы не было. Поэтому от того, как скажет потерпевший в суде, наказывать, не наказывать, суд это все принимает во внимание, это будет зависеть от наказания, которое сочтет необходимым суд применить. А чи може вирок все ж таки суворий залишитися, навіть при тому, коли сторони примирилися? Нет, когда стороны примирились, угода есть, мы же смотрим, это же не просто они сами по себе взяли и пошли, да, вот, потому что стадия сама криминального проваджения, она идет досудебное следствие, пока на досудебном следствии, если нет оснований закрыть производство, то оно заканчивается обвинительным актом, а обвинительный акт, он направляется в суд. Если на стадии судебного рассмотрения в суде опять нет угоды, угоду у нас утверждает суд. И утверждает он ее выроком, все равно приговором, в котором он прописывает, что стороны примирились, вот, и договорились о таком-то вот наказании, что либо претензий нету никаких, либо просят освободить от уголовной ответственности, закрыть производство. Ну, разные моменты, и они все равно как бы сопровождаются и как следователям, так и прокурорам, которые есть процессуальным руководителем. То есть, чтобы было в рамках закона. Ну и, конечно, они сами по себе, я так думаю, что не смогут составить эту угоду правильно. Вот, поэтому необходима как раз помощь адвоката квалифицированного, чтобы и подсказать, в каких угода. Случаях можно, в каких случаях нельзя. И чтобы это было выгодно для обоих сторон. А чи можуть, чи бувають випадки, чи з'ясовуються випадки, коли обвинувачувана сторона тисне на постраждалого? Ну, буває, звісно. З метою конечно. Підписання ось таких Нет, вирок. Ну, угод. Я в моїй практиці такого не було, щоб іменно просили или какое-то давление оказывали, чтобы подписать эту угоду. Это всегда, мне кажется, дело добровольное и на взаимопониманиях между потерпевшим и обвиняемым. То есть, если потерпевший видит искреннее раскаяние, да, скажем, чистосердечно он извиняется, приносит извинения и объясняет, как это, конечно, он всегда пойдет навстречу. Но если происходит, скажем, такое, что оказывает давление на потерпевшего, угроза, требуют, да, вымогают. Это уже тоже будет уголовная ответственность за это. Можно написать заявление, что на меня давят, на меня просят, вот угрожают, что будет что-то там с семьей случиться, либо там повредим имущество какое-то. Я думаю, что ну, на это никто не рискнет, чтобы усугубить еще свое положение, потому что он и так, скажем, обвиняется, либо подозревается. Поэтому тут надо очень аккуратно с этим. З цими сторонами конфлікту ми трошечки роз'яснили ситуацію. А тепер іще одна у нас є. Учасники цієї дії – це свідки. От з якого моменту людина отримує статус свідка у кримінальному провадженні? Ну, статус свідка. Свідком становиться та особа, яка бачила непосередньо, да, безпосередньо, як вчинявся злочин. Тобто відразу. Да. Ну, он встает, но он же не всегда может быть привлечен. Як потому свідок. Что он либо не желает, бывает многие, да, вот если потерпевший говорит, что видел там сосед,
как я выходила, и меня там, да, вот он дверь открыл, я его видел, да, он указывает, то желательно указывать это все в письменном виде, в виде ходатайства, что видел такой-то человек, который проживает там-то, там-то, и я прошу его допросить в качестве свидетеля. Вот. И следователь выйдет по данному адресу и опросит ему. Ось така процедура, завдяки такій процедурі свідки залучаються до участі у кримінальному провадженні. Протоколом допросу свідчителя. Людина може відмовитися? Звісно, чоловік може відмовитися, це дано право Конституції не давати показання взагалі проти своїх близьких, рідних, тому що можна і навредити, сказав щось, такое, что может повлечь потом более усугубить положение. Вот, поэтому заставлять давать показания никто не имеет права. Вот, но я так думаю, если подойти с вопросом таким, что вот видели вы или не видели, и, пожалуйста, откройте, ну, как бы, вот, ту истину, которую вы можете посодействовать следствию, правильно, не, опять-таки, не просить и не давить на свидетеля, а нормально поговорить, то я думаю, что согласится и даст. Вот. У нас же есть много таких людей, которые и не видели ничего, как в кино, да, кто свидетель, я свидетель, что надо, да, засвидетельствовать. Вот. Поэтому к таким свидетелям тоже надо относиться очень аккуратно, внимательно. И при допросах как раз можно выявить, говорит ли свидетель правду или он лжет на, ну, в пользу, допустим, обвиняемого, либо потерпевшего, потому что есть такие факты, когда потерпевшие приводят свидетелей, которые не присутствовали при действиях таких, они им просто рассказали, но на моментах, когда идет допрос, можно доказать, довести суду, что этот свидетель говорит неправду. Вот. То есть за это тоже предусмотрена ответственность уголовная. Чи є механізм захисту свідків в нашій країні? Людина може відповідати за свої слова, але вона 10 разів може подумати, якщо відчує шкоду якусь для себе, якусь загрозу. Ну, вот смотрите, вначале в самом я сказала, что если человек видел, да, преступление, да, и видел преступника, который что-то совершил, но он боится по каким-то причинам, он боится за свою жизнь и за своих близких родственников, но он может сообщить, но заявление написать, что я опасаюсь за свою жизнь, здоровье и прошу применить ко мне меры защиты. Если он проводит опознание, да, можно провести его в комнате за стеклом закрытым, чтобы его никто не видел, правильно это сделать. Вот, может дать показания в суде, находясь не в судебном зале, а в специальной комнате. Применяется специальное оборудование, которое искажает его голос, меняются анкетные данные, то есть и никто не будет знать, кто непосредственно дает эти показания, как раз с целью защиты. А нас от в реальному житті таке застосовується? Да, конечно. У вашій практиці таке було? У мене на практиці було, да, девушка давала показання свідчительські, было, рассматривалось дело по хулиганке, вот, и она боялась, как бы, я, правда, не знаю, почему, с каких, по каким основаниям так вот приняли к ней, потому что есть, должны быть достаточно объективные основания, чтобы применить это. Если были угрозы, вот реальные угрозы, какие-то высказывания, вот, либо она вот просто вот не захотела, чтобы вот ее видели, и, ну, я не знаю, просто вот так вот захотелось. Потому что, как правило, если это серьезное какое-то дело, очень, ну, скажем, тяжелое, тяжкое дело, да, вот, тогда действительно можно предполагать о том, что она боится за свою жизнь. А иногда бывают такие дела, ну, скажем, средней степени тяжести, вот, что вполне вероятно можно было бы прийти, ничего не опасаться, не бояться, дать показания следователю и все. Вот, но она не захотела, мои предположения только те, что вид у этого свидетеля был, ну, не совсем, скажем, здорового, нормального человека, а злоупотребляющего алкоголем,
Вот поэтому она, Людина скорее просто всего, побоялася, що тут не такого. побоялась, может быть, стеснялась, но так как ее показания действительно были важны, она открывала двери, как бы видела все это, еще и переговаривалась, вот могла дать на существенные показания, которые необходимы для следствия. И ее пригласили в соседнюю комнату в суде и обеспечили вот дачу показаний с искаженным голосом. Така можливість є. У нас іще є 5 хвилин і ще декілька запитань. Одне з них, давайте торкнемося поняття «завідомо неправдиві показання». Що це таке і яка за це відповідальність, якщо така існує? Ну, у нас есть две статьи интересных, 283 и 284 статья Уголовного кодекса, за которую предусмотрено наказание за заведомо неправдивое повідомлення про вчинення злочину і за заведомо неправдиве показання. Що значить неправдиве показання? Це коли показання дають потерпевші, свідчі, експерти, специалисты, зная о том, что они говорят неправду. В суде, перед тем, как допрашиваться, свидетель, ну, свидок, о котором мы говорим, они приносят присягу, и где предупреждают о том, что они, ну, будут говорить правду и только правду, ничего не перекручивая, и уведомлены о том, что в случае выявления этого неправдивых показаний, она будет привлекаться к уголовной ответственности. А уголовная ответственность за это предусмотрена до ограничения свободы, обмеження воли до 2 лет. Це серйозно. Серйозно, така загроза. Да, но надо этот факт довести еще, потому что, ну, сложно тоже сказать. Треба мати докази. Да. Які не можна, а за заведомо неправдивое повідомлення про злочин отличается он чем? Это когда особа сообщает про злочин, зная, что его не было. То есть показания – это школа. Да. Ну, пишет и указывает. То есть, если по факту он пишет, что школа, ну, или позвонил, да, не написал, сообщил, это административная ответственность может быть тоже наложена за звонки, вот не такие неправдивые, да, неправдивые. Вот. А когда человек пишет заявление, что меня там обокрал Иванов Иван Иванович, а на самом деле он, ну, просто это как, может, месть какая-то была, да, вот, либо еще что-то совершил человек, знает, что он этого не совершал, но он делает это специально, предоставить какие-то неудобства. Вот, потому что заявления могут же писать как, ну, люди, которые хотят каким-либо образом надавить на адвокатов, на следователей, на судей. Что адвокат может там писать, ну, заявления могут писать, что вымогают денежные средства. Это очень часто бывает так, когда обращаются люди, не выполняют свои обязательства по выплате услуг, предоставленных адвокатов. У нас много было таких историй. А потом сами же начинают писать жалобы, что адвокат вымогает деньги. Вот, либо, ну, другие какие-либо действия, что адвокат якобы совершил. Причем не прилагая вообще никаких доказательств, что действительно что-то подобное происходило. То есть каждый свой пункт обвинения, да, в совершении преступления, на который пишет, надо доказывать. Вот, а не просто голословно обвинять. Потому что в основном обвиняют заведомо ложно с какой-то целью. Корисливою метою. Да. Я дякую вам за консультацію. Я сподіваюся, що ці знання стануть у пригоді нашим глядачам. До речі, знати свої права нікому не завадить. І для цього потрібно вести і з вашого боку таку потужну просвітницьку роботу. До речі, ведеться така? Так, саме цим дуже велику увагу приділяється центрами нашими. І в цьому році слід зазначити, що стартував проєкт «Всеукраїнський «Я маю право». Також з 4 по 8 листопада грудня відбудеться Всеукраїнський тиждень права. І в рамках цих заходів нашим центром проводиться фотовиставка, буде проводитися серед молоді, серед учнів 10-11 класів та студентів вищих навчальних закладів та коледжів.
присвячена саме праву, і ми запрошуємо їх приймати активну участь у цьому. Свої роботи можна подавати до 30 листопада 2017 року до нашого центру. Нагородження відбудеться 6 грудня. І ще є ось такий позитивний момент на завершення нашої програми. Залучаємо молодь до правової освіти. Дякую вам за ефір, нашим глядачам за увагу і прощаємося до наступних зустрічей в ефірі. Знайте свої права, пам'ятайте їх.